как упаковать веночек. Для этого нам понадобятся коробки. Коробки разные по размеру. Два листа тишью или крафт-бумаги, что-то такое. Здесь прям одного не хватит листочка. Выдеваем в самый раз. Вкладываем аккуратненько. Идеально. Хорошо. Вот. Какую-то все-таки прослоечку. Если у вас, например, венок поменьше будет, то просто побольше вот этого материала. И все, да, наполнитель. Назовем его так. Не забываем добавить крышечку. И все. Здесь вот в этих коробках такие вот прозрачные крышечки. И дальше перевязываем как торт бечевкой. Меня, конечно, далеко, или я никакого. Прозрачные крышечки.